Но перед началом видео хотел бы специально для вас разыграть новых трех Dark Matter мификов пиксель демонов со статами 170 триллионов. Ну и чтобы их получить, вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео, написать абсолютно любой комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями. Но этот розыгрыш уже есть в моем телеграм-канале по ссылочке в описании, либо же по QR-коду на экране залетайте и участвуйте. Я вам желаю удачи и приятнейшего вам просмотра. Хочешь премиум для Roblox, но не хочешь переплачивать? Тогда быстрее беги на RBX3, ведь там как раз вернулись легендарные методы Log Pass и премиум по очень вкусной цене. Покупая на RBX3, ты экономишь деньги, чем если бы покупал на официальном сайте Roblox. А покупая через Log Pass, Robux придут на твой аккаунт почти моментально и не нужно ждать 5 дней. Но все ссылочки на RBX3 будут в закрепленном комментарии под видео, переходите. Всем привет, ребята, меня зовут Цезарь и добро пожаловать в Pet Simulator X в Roblox. У меня тут сейчас на часах практически час ночи и решил записать для вас начало нового видосика. И я тут подумал, короче, хочу подкрывать еще яйца. Вам вот понравился видосик, где я потратил 100 миллиардов и открыл новый пиксель яйца. Не знаю, может быть, вам и этот ролик понравится. Вот, посмотрим, что нам вообще выпадет. Выпадли нам пиксель-код. Вот, я хочу потратить 1 триллион вот этих вот коинов. У меня сейчас 3-2 триллиона. Я вообще, конечно, уже потратил больше триллиона. Вот, но я это не записывал. Решил записать на видосик. Мало ли что-то выпадет. Ведь, ребята, видите, у меня есть пиксель-код. И вы, наверное, подумайте, что я затрейдил, как и всех других пэтиков, которые у меня были, да, там, памкины, фестивы, там, ха-код. Но нет, ребята, можете меня поздравить, наконец-таки, спустя кучу времени я открывал кучу хэллоуинских яиц, куча хак-яиц, куча новогодних яиц, мне ничего не выпадало. И в этом обновлении я вот вначале сказал, что я буду открывать по максималочке, и надеюсь, мне выпадет. И мне, ребята, выпал. Да, мне, ребята, выпал, наконец-таки, вот этот пиксель-код. Короче, во-первых, кстати, на него поменялись шансы. Кстати, вот, ну, это аккаунт, я тут тоже еще открываю яйца, я вам сейчас все расскажу. Вот, на него поменялись шансы. До этого кота сейчас шансы еще меньше, чем были, и я его смог выбить. Сегодня я стою АФК, открываю яйца, и вижу, что у меня заканчиваются бусты. Захожу в инвентарь, юзу бусты, в инвентаре ничего нету. И буквально через 3 минутки, плюс-минус, я, короче, смотрю, ну, типа, у меня заполнился инвентарь, захожу в инвентарь, и вижу то, что у меня 4 хуга. А этот хуг, видите, у него картинка особо не выделяется. Ну, какая-то странная. Я вижу, у меня 4 хуга. Я такой думаю, в смысле 4 хуга, когда у меня должно быть 3 в инвентаре? Я такой, опа, и вижу, это huge pixel cat. А так как я открывал яйца с двух аккаунтов одновременно, у меня там падали куча ников, так как шанс хороший, я сообщение в чате не нашел, то что мне он выпал. То есть буквально вот там в течение вот между первым, как я смотрел инвентарь, и вторым раз, да, разом, когда я смотрел инвентарь, прошло там буквально 2-3 минутки. И вот за эти 2-3 минутки я не успел, конечно, посмотреть в инвентаре, когда у меня выпал. Но, ребята, я выпал, точнее, выбил huge pixel кота просто. Я, конечно, не супер много открыл яиц, вот, но я наконец-таки выбил huge pixel кота. Конечно, обычно, но это просто кенски. Я уже сейчас я открыл в сумме с двух аков около 250 тысяч яиц. Выпадает он примерно на 1,3 миллиона. Это был такой шанс. Сейчас шанс поменьше, но точно не знаю какой. Вот, и я его смог выбить. Сейчас мы тоже будем открывать, ребята, на 1 триллион коинов. Но я, скорее всего, здесь открою на 500 миллиардов. И на другом аккаунте тоже на 500 миллиардов. Вот, здесь у меня примерно, смотрите, около 400 рейнбоу мификов. На другом аккаунте у меня около их 200. Поэтому посмотрим, что нам по итогу выпадет по мификам. Вот, я поставлю автоудаление, конечно, чтобы только мифики и эксклюзивочки. Посмотрим, выпадет ли нам еще эксклюзивочка. Потому что, как раз, примерно я триллион потратил и выбил этого кота. Сейчас мы тоже потратим триллион, и вдруг мы выбьем второго. Я, конечно, за одного человечка, который выбил, чтобы понимали, ребята, со 100 миллиардов золотого яйца, а 100 миллиардов на золотом яйце потратить можно очень быстро. Он выбил вот этого пэта. Золотого huge pixel кота. Я потратил уже около триллиона и выбил вот такого обычного. Но я максимально рад. Конечно, обычный, но я максимально рад. Я мог его просто легко затрейдить. У меня есть пэты, на которые я могу затрейдить этого кота. Но я очень сильно хотел его выбить самому, и я его наконец-таки выбил. Поэтому, ребята, короче, я просто максимально рад. Вот, но перед началом видосика, ребята, обязательно подпишитесь на канал. У нас совсем немножко осталось до 100 тысяч подписчиков. У нас там прям вот, ну, совсем чуть-чуть. Вот если вы еще не подписаны, ребята, оформите подписочку. Поставьте лайкосик, прожмите колокольчик. Также еще напишите комментарий. Не заможете там мне поздравить там с новым хугом. Вот, вас тоже, ребята, заклинаю на удачу. Вам выпал вот какой-нибудь такой новый хук. Вот, поэтому, чтобы вам выпал хук, нужно обязательно подписаться, поставить лайкосик. От этого увеличиваются шансы. Вот.
И также, ребята, завтра, ну точнее, когда этот видосик выходит, получается уже сегодня, будет раздача опять Rainbow мификов, розыгрыш вот этих вот Dark Matter мификов, я их сделаю побольше. Вот, точное время не знаю, может быть часов 15 будет стримчик, но заранее я скажу в своем телеграм-канале. Там как раз сейчас уже, скорее всего, будет розыгрыш, поэтому можете зайти, поучаствовать. Там также я заранее говорю, когда будет стримчик, всякие там новости, все дела тому подобное. Короче, залетайте в телеграм по ссылочке в описании, либо же по QR-коду на экране. Вот, ну и в принципе все, наверное... Можно уже начинать сейчас открывать яйца. Выпадают сейчас очень хорошо пэтики. Мифики, конечно, сейчас немножко пореже выпадают, но все равно хорошо. Триллион коинов, конечно, буду очень долго тратить, но я думаю, это того стоит, потому что я хочу все-таки выбить себе, ну, хотелось бы еще одного, конечно, но я думаю, уже вряд ли я выбью второго. Но просто посмотрим, что нам по итогу выпадет с одного триллиона коинов. Триллион коинов это реально очень много. Вот, кстати, ребята, если вы не знаете, вот я вот вообще раз записал видосик по поводу того, как можно одновременно открывать вот эти вот яйца и сразу же одновременно фармить коины, можете посмотреть. Вот там я сказал, если наберется 2000 человек, то я расскажу способ, где можно просто за одну ночь нафармить кучу триллионов коинов и вообще не париться о них. Потому что, понимаете, ребята, один триллион коинов открывается, не знаю, наверное, больше дня плюс. Минус. Вот, поэтому наберите на прошлом видосике 2000 лайков, я вам расскажу способ, как нафармить кучу триллионов буквально за одну ночь на одном аккаунте. Вот, вообще на этом аккаунте нафармил 4 триллиона за одну ночь, на другом нафармил 2 триллиона. Вот, я сейчас их трачу, прям по максималочке, даже фармить не буду, так как у меня коины есть. Вот, то в принципе все, ребятки, пожелайте мне удачи. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии, прожимайте колокольчик и так далее. Я начинаю открывать эти яйца, тратить целый триллион коинов. Все, поехали. Здесь трачу 500 миллиардов, и на другом аккаунте тоже 500 миллиардов. Все, погнали. Ну что ж, ребята, я по итогу открыл эти триллион коинов. Да, с этого аккаунта я открыл, получается, сколько у меня было? 3250. Я открыл, наверное, сколько получается? 650 миллиардов коинов. И с другого аккаунта еще около 400-500, даже, наверное, чуть побольше я открыл. Не с триллион коинов я потратил, а где-то триллион 100. И, ребята, настроение у меня просто бомбовое. Чтобы вы понимали, я вначале вам рассказал, ну, я хотел сделать немножко кликбейт на название для видосика, типа, выбил Huge Pixel кота с триллионов коинов. Ну, типа, я же по факту вот этого первого Huge Pixel кота, блин, да, я уже спалил, я его выбил в сумме потратил триллион коинов. Вот, и вам рассказал в видосике то, что, ну, вот, я его выбил там буквально в течение там 2-3 минут, когда я чекал инвентарь, но так я его выбил где-то с триллионов коинов. Вот, и я открывал эти яйца, очень долго открывал, да, я фармил, просто капец как долго. Вот, утром просыпаюсь, у меня аккаунты вылетели, я поставил опять открывать, вот, поставил там, короче, все это сделал, и, ну, во-первых, смотрите, я ж всю ночь как бы вставал, там, делал там Dark Matter, перерабатывал и так далее, поэтому у меня тут где-то, наверное, около 500 мификов так и осталось, и на другом аккаунте тоже там около 200 осталось, потому что я все перерабатывал, поэтому мификов у меня, в принципе, ничего там не увеличилось, я их не считал, сколько там и так далее, на это мы не обращаем внимания, вот, и... Я поставил ФК, и я пошел есть, вот, и, ну, как бы утром я проснулся, я понимал, то, что, скорее всего, мне с триллион коинов ничего не выпадет, тем более, сейчас шанс же уменьшили, вот, я открывал, тем более, обычное яйцо, максимум, что у меня могло выпасть, это обычный Huge Pixel, вот, но у меня он не выпал, я такой думал, ну, блин, ладно, пойду так пока дальше открывать, потому что я триллион коинов еще на тот момент не открыл, вот, мне там почти осталось за триллион коинов, вот, но я поставил открывать два АКа. Вот, и через 30 минут сейчас возвращаюсь, у меня вылетели оба АКа, я уже подумал, посмотрел там примерно, да, там уже вроде как триллион коинов потратился, захожу, чтобы уже начать сейчас для вас записывать видосик, и это просто капец. Смотрите, я первого Хьюга выбил с Цезаря аккаунта, и второго я выбил, да, я выбил, ребята, Huge Pixel Cat с триллиона коинов опять, со своего другого аккаунта, ну не своего, это аккаунт друга, на который я закинул фулл донат. Своего другого аккаунта. Вот. И смотрите, что мне с него выпало. Да, ребята, это просто капец. Rainbow Huge Pixel Cat. Это просто капец. Я когда сейчас увидел, я просто офигел. Тем более то, что у меня он не выпал за ночь. Ну, там, долго открывал, на ночь, там, еще плюс время. Вот. И в течение буквально 30 минут, пока я отходил есть... У меня его не было, я пришел записывать для вас ролик уже, и у меня он в инвентаре лежит. Это просто капец, сейчас их в игре уже 444 штуки. Мне кажется, вот этот код, как видите, он выпал мне на Strange 3, хороший энчант. На другом аккаунте у меня он выпал на Coin 1. Вот, поэтому энчант фиговый, конечно. Давайте сейчас мы кинем трейдик, возьмем этого пэтика, и это просто капец, ребята. Я выбил двух Huge Pixel котов меньше, чем за один день. Обычного и радужного. Я просто, я сколько яиц открывал, ребята, мне вообще не падало.
не с Хелена, не с хак, это, не с хак яйца, ни с какого яйца мне не выпадало. И наконец-таки, мне выпало сразу же, меньше чем за один день, два фу-кота. Поэтому, ребята, видосик будет не кликбейтом, я назову то, что я выбил Rainbow Huge Pixel кота с 1 триллиона коинов. Вот, это очень круто, я максимально рад, мне с двух разных аков выпали по коту. У меня теперь Rainbow и обычный, это очень круто, я пипец, ребята, как рад, тем более то, что Rainbow, это мой первый Rainbow Hook. Но у меня был Rainbow Cupcake, но его удалили, так как он был дюпанный попросту. А это теперь настоящий, не дюпанный. Кстати, ребята, скажу вам так, лучше сейчас не пользуйтесь банком, в нем сейчас конкретные баги, потому что мой друг вчера закинул туда пэтов, хугов, он их депнул и вывел. И они у него исчезли, они были точно не дюпаны, так как он выбил получается капкейка из этого подарка при мне на демке, вот, он его депнул, вывел, и его удалили, якобы он дюпаны. Он написал в поддержку, они сказали, они не занимаются восстановлением, типа, когда, ну, поэтому, как бы, смысл писать вообще в поддержку, да, то вот, когда удаляется, написано, если вы там что-то думаете, что это неправильно, да, то там напишите в поддержку. Смысл писать в поддержку, если вам не возвращают, там прям отвечают поддержка, мы не занимаемся восстановлением питомцев, вот, поэтому лучше сейчас вообще банком не пользуйтесь, не депайте, не выводите. Но там, ну, максимум других обычных питомчиков. Кстати, ребята, вот, у меня вот сколько Rainbow Hook'ов, у меня сколько Dark Matter'ов, потом приходите сегодня на раздачу. Максимально хорошее настроение у меня, залетайте в Telegram, там я заранее скажу, когда будет стримчик. Вот, очень круто, может быть, я даже вам, получается, на 100 тысяч, ребят, подписчиков, я разыграю обычного Huge Pixel кота. Да, поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики на это видео, я просто максимально рад, с 1 триллиона коинов нам выпал один Huge Pixel кот, конечно, это было не на видосик, ну, как бы и этот тоже выпал не на видосик, но просто во время того, как я собирался снимать видосик, правильно? Правильно. Вот, один выпал с триллиона коинов, другой выпал с триллиона коинов, сейчас я уже в сумме открыл, получается, по яйцам около... 400 тысяч, да, я уже открыл где-то, наверное, 350-400 тысяч из двух аккаунтов, вот, потратил около двух, там, ну, с копейками триллионов коинов, я буду дальше открывать, конечно же, буду делать пэтов и так далее, вот, я максимально рад. Да, нам выпал просто, ребята, погнали в Trading Plaza, вот, я уже, конечно, видосик уже можем, в принципе, заканчивать, но я очень сильно хочу попасть в Trading Plaza, посмотреть вообще, что да как. Вот, вот, смотрите, у меня он выпал на Coins 1. Вот, фигово, конечно, но как бы неплохо. То есть, Rainbow, ребята, Rainbow, это просто капец, это такой контентище. Я очень рад, тем более, что вначале я вам просто показал то, что я выбил обычного Хуга. А сейчас в конце видосика я показываю то, что я выбил Rainbow Хуга. И я просто капец как рад. Это очень круто, это просто капец как круто. Плюс у меня еще сегодня модератору выпал Хуг. Это капец, шансы маленькие, шансы унизили, но они падают. Просто посмотрите, ну-ка. Реакция у людей вообще какая-то будет, смотрите, вот у меня два хуга, один радужный. О, сразу же, вот один челик уже подбежал. Ну-ка, ну у меня тут еще как бы три хуга есть, но такие, типа, знаете, ну, беспонтовые. А тут вон, блин, Rainbow и обычный, я не знаю, ребята, это просто непередаваемо. Реально, эмоции просто зашкалят, потому что, ну, это очень круто. Представьте, вот, я сколько обновлений. О, так меня еще и тут это еще и подписчик, он знает, он уже знает, что мне выпал Rainbow. Да, я подписан, здорово, здорово, здорово. Ну-ка, да, раз он подписан, я ему дам Дейдара. Вот реально, вот, мне приятно видеть своих подписчиков на серваках, это очень круто. Я ему дам пэта. Сейчас через 20 секунд мы ему дадим Dark Matter мифка. На роялти даже. О май гад, офигеть. Фу индекс, нифига себе, что он захотел для индекса, а если он меня заскамит, еще чего. Вот, пипец, ребята, это очень круто. Я сколько яиц открывал, мне никогда не падало, и тут меньше, чем за один день. Ну, я, блин, я уже сколько раз повторяю это. Меньше, чем за один день мне выпал... выпало два хуга на разных аккаунтах. Так еще и радужный. Это очень круто. Я буду дальше открывать, может быть, я еще выбью. Наконец-таки, вот все мои вот эти вот мучения, сколько я открывал. Давайте вот Дейдара, раз это подписчик, он, скажем так, нашел меня. Вот, подписан. Давайте ему дадим реально вот на роялти. На роялти дадим ему Dark Matter мифика, раз он подписан на мой канал. Вот, держи, подписчик. Пожалуйста, я думаю, ты, ну, по-моему, по твоим пэтикам ты нубчик. Вот, поэтому держи тебе Dark Matter мифика. Поздравляю тоже. Красавчик был у меня на сервере, подписан, молодец. Поэтому, ребята, тоже, если видите меня на сервере, пишите там, типа, Цезарь, я подписан, вот, я буду всем, конечно, тоже давать какие-то подарочки. Вот, сыпса, видите? Вот, подарили подписчику питомчика. Короче, ребята, в принципе, можно заканчивать. Я очень рад, надеюсь, вам понравился этот ролик. Вот, тоже вы, ребята, открывайте, шанс, в принципе, хороший. Ну как, шансы уменьшили, конечно, да это, наверное, просто мне капец как везет. Наконец-то, спустя вот кучу моих мучений, куча открытых яиц, у меня выпало два хуга. Вот, поэтому, ребята, подписывайтесь на канал. Совсем немножко нам осталось до 100 тысяч подписчиков. Может быть, даже на 100 тысяч подписчиков я разыграю от этого хука это. Ой, хук, да, хук это, по сути. Вот, поэтому, ребята,
подписывайтесь на канал, если у вас еще, если вы еще до сих пор не подписаны. Прожимайте. Что он пишет? Он пишет поэта. Ну, блин, нет, таких я не прошу, потому что Дейдара он не просил, он просто написал, я подписан. Вот поэтому я ему дал поэтика, а этот просто какой-то попрошайничек. Вот. Прожимайте колокольчик, чтобы мы приходили уведомлять по поводу новых стримчиков. Сегодня будет стримчик, поэтому прилетайте, будем раздавать поэтик в Dark Matter мификов, Rainbow мификов. Вот, залетайте в Telegram, там, скорее всего, сейчас какой-то розыгрыш, наверное, будет. Вот. Ну, может быть, будет розыгрыш, я точно не знаю. Вот. И пишите комментарии. Вот, я опять же говорил, можете меня поздравить с первым моим хугом обычным, теперь можете меня поздравить с Rainbow хугом. Ну, я максимально рад. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, ведь если на меня так везет, то если вы подпишетесь на мой канал, вам будет точно так же вести. Поэтому подписывайтесь, и вы тоже сможете выбить себе хуга. Поэтому все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, хорошего настроения, и до скорой встречи уже, получается, на стримчике. Все, ребята, всем пока-пока.